ждем этот момент, здесь поворот. Терпи, малышка, искусство требует жертв. Ногу выверни нормально, ту, на которую ты... Преподаватель музыкального танца. У тебя, блядь, нога кривая, что ли? Сядь. Это до 10 вечера? Сядь. Надо этот, болит. Нога прямо. Последний раз давай. Медленно, не торопись. Максим, если надо будет это убыстрить, а не убыстрять, делай медленно. Погнали. Культура. Оля, иди сюда еще раз, последний раз то же самое. Последний раз то же самое. Сделай глаза и сделай очень секси ногу. Теперь нужна твоя нога. Преподаватель балетных танцев познакомь. Давай. Сядь на корточке. Делай медленно, а теперь послушай меня. Делай акцент на свою ногу. Ласкаю пальчиком. Так, поднимай. Сейчас будет только твою ногу фоткать. Сделай красиво. Давай пальчиком ласкаю. И не забудь мне дать вампирский свой взгляд. Мы это сделали. Погнали дальше. Что дальше, ребята? Просто время, установка.